Меня убили. Только что? Да. Это был я. А ты импостер? Да, это я тебя убил. А-а-а, ты задолбал, ты все время импостер. 4 раза подряд я импостер. Меня убили. Серьезно? Да. Я не могу. Меня зовут Демьян Волков, и вы попали на мой канал. Сегодня мы будем играть в Among Us. Но! Мы будем играть со мной! Угомонись, ты что вообще тут делаешь? Я пришел к тебе в ролик. Ваня, я буду сегодня играть в Among Us. Мы не можем быть в одной квартире. А почему не можем? Ну потому что если я буду там импостером, к примеру, ты все увидишь. Слушай. Понятно. Братан, ты меня пугаешь. Я уже самостоятельная женщина. Я понимаю, поэтому уйди, пожалуйста. Моя срака растет. Я понимаю. Уйди, пожалуйста, отсюда. У меня есть своя хата. Ну так вали в свою хату. Хорошо. Давай, пока. Дурачок. Ты куда лезь? В свою хату? Ты что, совсем дегенерат или что? Что не так? Это коробка. Придурок, это коробка. Это моя хата. Куда ты залезла? Туда я залезла. Вот твою мать, Ваня. Иди домой. Коробка мой дом. Короче, ты здесь сидишь молча, понял? Ваня. Значит, сиди там, будешь играть отсюда. Хорошо. Я мониторю, если что, разверну сюда, чтобы ты не видел, понял? Ты думаешь, я жулик? Да. Я уверен в этом. Свинья. Что тебе написано, вентиляция? Ты импостер. Я не импостер. Докажи. Я могу спрятаться за вентиляцию. Мы сегодня будем играть не в простой Among Us, а в Among Us меняют цвета каждые 5 секунд. Чё? Мы будем играть под модом Crazy Colors. А вы пока что подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. И дёргай за колокольчик. Тин-дон, тин-дон. Чтобы не пропускать наши видео. Гами моды. Ты что, с читами играешь? Чувак, это мод на то, чтобы у нас цвета сейчас менялись. Это чит? А не чит, это мод. Какой код? Ох, Нина. О, Вова. Вовчик, привет, братик. Сегодня будем мандаринки готовить. Ты подключайся давай. Подключился. Вова, зря ты выбираешь цвета, тебе это не поможет, Володя. О, привет. О, попка. А цвета быстро меняются или там медленно? Как? Ты увидишь сейчас все. 10 человек, стартуем. Вова вышел из игры, Вова дурак. Сам дурак, Вова классный. Та-да-дам, да-да-да-дам. Посмотри, какие у нас глаза у всех. Прикольно, да? Странно очень. Да. Да. Та-да-дам. Меня убили. Серьезно? Да, сразу же. Только что? Да. Это был я. Чувак, я не знал, что это ты. Прости. Убил и сразу прыгнул в люк, да? Я не знаю, прыгнул он в люк или нет. Чувак, прости. Зато я хотя бы сейчас не буду монитор разворачивать постоянно. А репортить можно? Не все ролики попадут в видос, но я уже третий раз импостер. Третий раз подряд. Я скип. Я за голубого. А как я понимаю, твой тиммейт или нет? Я вообще ничего не понимаю. Ты просто убиваешь, да? Ну, так конечно, типа, чем меньше людей, больше шансов на то, что я выиграю. Чё народ такой тупой? Он просто берет и убивает. Я тебя так очень быстро грохнул, и даже не успел никуда выйти. Иди сразу. Так, сейчас 20 секунд пройдет. О, я всех закрываю. Посидят трошки. Смотри, за мной девушка бегает. Это пердунья? Это не пердунья, это я, не каблук. Тау, тау. Смотрите, какую фишку можно сделать, я видел. При мне убил черный. Можно гнать на кого угодно и говорить, если не он, то меня. И в следующей игре ты по-любому поменяешь свет и тебя не убьют. Черный в люк прыгнул. Ну я в следующий раз буду знать про твою фишку. Так, тут это нормальная тема. А ну-ка, проканал или нет? Розовый, ты тупой. Ой-ой-ой, а я розовый, да? Да. Блин, мне кажется, лучше бы я закрыл рот. А я вообще зеленый, понял? Ну все равно прыгал. Черного, черного кроя. Все, теперь они не будут знать, кто я. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, в смысле, мне сейчас одного убить и все. Так иди кислород, но они сейчас побегут его чинить. Идемте, ребят, идемте, побежали все вместе. Глазастые чупакабры. Че ты убегаешь, питон лысый? Это изи катка, друзья, просто изи win. Ну это капец просто. Ну не расстраивайся, чувак. Ты третий раз подряд импостер, третий раз я умираю, в самом начале, да ты гни какой-то. Давай, бери телефон, играй, вот к нам лунтик присоединился. А можно ли мне попить? Нет, играй. Импостер зашел к нам в игру. И если у тебя ник импостер, это увеличивает шансы на то, что ты импостер. То всем до сраги, потому что это жопа скунса будет импостером опять. Я? Да!
Нет, да нет, ты чё? Do you love me? Are you right me? So you never from me leave from a sunny, cause I want you. Остался один человек. Зашел, ура. Эй, цепь на мне сыпла, вы сотка тысяч набегла. Что ты там пишешь? Ты задолбал. Четвертый раз подряд. Здесь уже бессмысленно, мне кажется, запрашивать твой цвет, да? А ты реально веришь, что я импостер? Ну, я думаю, да. Ты по-любому прочитал чит на импостера. Нет, неправда. Правда, ну как это возможно, четвертый раз подряд? Так а с чего ты знал, что я импостер? Труп! Я нашел труп синий. Да. Саморепорт, наверное. Так это чувак, это синий. Я думаю, это фиолетовый. А как эта комната называется? Там, где реактор. Смотри, я написал три раза и все разные цвета, видишь? В управлении я видел труэ. Я только сейчас понял то, что меня убили. Да не гони. Давай, покажи. Вот, видишь? Либо меня выкинут. Нет, ну меня не выкинут. Ты что, тупица? Тебя убили только что? Походу. Я не знаю, я стоял и тут собрание. Я не знал то, что... Ты в управлении был? Я... Там директор. Да. Я пишу как призрак, понял? Чувак пишет, я люблю сосать анонимно. А где я? А я хз, за кого я голосую, за себя. Боже, что вообще происходит в этой тупорылой игре? А ты импостер? Да, это я тебя убил. Ты задолбал. Четыре раза подряд я импостер. И четыре раза подряд я убиваю. Они меня убили. Меня убили. Ха, лашпед. Да так тебе и надо, четвертый раз импостером быть, но это уже читы, правда. Я не знаю, как с чем это связано. Блин, очень странно, что они за меня проголосовали. Да, ну ты спалился. Да как я спалился? Саморепорт. Как ты не заметил, что я тебя убил? Ты задание выполнял? Да. Я не удивлюсь, если ты пятый раз будешь импостером. Посмотрим. Эй, задудер, а ну давай с тобой задудим. Ту-ту, ту-ту. Та-та, та-та, та-та. Мне плохо. У меня болезнь. Человек, который умирает в начале. Я не знаю, это такая какая-то непонятная фигня. У меня вот судьба просто умереть в начале, а у тебя судьба в этом видео быть всегда импостер. Ладно, что я импостер, ладно, что ты умираешь первый. Почему именно тебя я убиваю первым? Не кого-то другого, а именно вот тебя, и не знаю, что это ты. Это день какой-то особенный. Я могу, в принципе, не играть, мне все равно... Ноги убей свои, пожалуйста, вонючие. Меня все равно убьют первым. Ваши комментарии. Я опять сейчас сдохну первым. Так, я разворачиваю экранчик сразу. Вань, я никакие читы не делал. Я, если что, вызвал собрание. Чтоб тебя не убили. Это зеленый. А я что, зеленый? Ну ты просто стоял на месте, как и я. Зеленый написал, а ты зеленый. А ты сейчас зеленый? Я, да. Что, сейчас все дебилы за меня проголосуют или что? Мы роняем запах. Да, все за зеленого. А я не знаю, какой я. Ну сейчас проверим, был предателем или нет. Я даже не знаю, ли это я. Умер красный, не был предателем. Блин. Это что, я был? Да, это был я. Серьезно, ты не был импостером? Нет. Я был уверен в том, что ты импостер. Ты, скотина, мои фишки используешь, дубина стаиросовая. Посмотри, за тебя Хармоне сдох. Давай, играй. Я играю. Сейчас я тебе помогу. Давай, двигайся. Мне кажется, это вот этот розовый ублюдок. Он остановился, когда саботаж был, а сейчас просто стоит... А может он спрятался, я не знаю. Ну вот я за ним сейчас бегаю, да, я смотрю. Ага, он забежал в электричество, увидел, что там никого нету и сразу же выбежал. А чё, вряд? Хорошо, я за ним смотрю. Тут вообще один чувак только что через комнату, через стены прошел. Опа. Все, убил, он убил, красный. Красный? Да, красный, он сейчас красного цвета. Это красный. А чё победа? А он вышел походу, он дурак. О, попка. Так, нажимаем старт. 5, 4. Так, я разворачиваю экран. Ты теперь уже... Ууу, ты предатель? Да нет, ладно, я шучу. Круто, да, то, что шапки вот такие вот, с льдышками? Я такие первый раз вижу. Да, кстати, тоже. Это, возможно, какие-то новогодние скины. Да, наверное. Так, в телевизорах ничего. В телевизорах? Да. В каких телевизорах? Ну, я хожу в телевизорах. Меня убили. Серьезно? Да. Я не могу. Ты серьезно?
Боже, я снова предатель, я снова его убил первого. Что это за проклятие, мужа? Ну как, в смысле, это для тебя проклятие. Вот это братская связь, мы ходим по одно и то же место. Это капец, я не знаю, великие умы действуют одинаково. То, чё за, блин, ну это прям очень странно. Не, ну это капец, ну я не хочу так играть. Да не ноя. I'm dead inside. Так, блин, ну типа ты сам виноват. Я не виноват. Ахаха, лохи, я Лионеля Месси. Пипа-пуки. Все скипают. Я иду на взлет. Ты можешь сидеть просто нормально. Смотри, как твой брат в очередной раз, как мастер-импостер, всех перебьет. Ти в жопу. Ну я, кстати, сразу не знаю, я никогда не жду. Я сразу забегаю, уверенно убиваю. Сразу моментально. Уверенно меня именно вот так. Я не знаю, как это получается, то... Это ладно, если бы, типа, знаешь, если бы у тебя такое было, потому что ты сидишь сзади и ты можешь заметить. Но у меня-то как это получается? И еще самое интересное, то, что ты всегда импостер. Да, да, да. Слишком много совпадений, вам не кажется? Я ж хочу порубить всех, поубивать. Ты знаешь, у кого брать уроки импостирования? Я не плачу. Это просто слезы. Заходи, слезы, быстрее. Ты опять импостер же, по-любому. Нет, нет. Да говорю уже честно, какая разница? Так. Ты что, предатель? Нет, я выполняю задание. Глазами смотри. Я задание... Глазами. Ну не смотри! Не смотри так же нечестно. Я понял, кто ты. Я задание делаю. Да-да-да, задание он делает. Так, ребятки, бежим, бежим, мои цыпочки, мои дойные коровы. Ты меня еще не убил. Подумай, если ты еще жив, может быть, я не импостер. О, смотри, кто-то закрыл. Это ты? Погоди. О, убили в медицине, только что в медицине убили. Иди в медицину, зайди в медицину. Блин. А зачем? Да надо было, чтобы ты в медицину зашел, а я в тот люк, с которого может вылезти он, понимаешь? Погоди, а какого цвета ты не знаешь? Да нет, дверь была закрыта, только кровяка такая плыхнула и все. Капец. В медицине я через двери видел кровь. Кто-нибудь скажет правила в медицине. Это ты написал в медицине? Да. Я понял, что это ты. Только ты можешь написать в медицине через Е. А кто я? Какой у меня цвет? Чувак, я не знаю. Почему у нас постоянно цвета меняются? Чего я оранжевый? Да ладно, чуваки, какая разница? Кику ду его на мию райдин сэйю. Надо просто брать и убивать в тупую. Ты это вообще кукушка? Ты кукушка. Ты дурилка картонная. Все, смотри, дурилка, розового убили. А это зеленый. Ну, подумаешь, ошибся. Так, так, так. Не, ну круто, конечно, когда цвета меняются. Это прям очень жестко, очень непривычно. И это интересно. Это гораздо труднее, чем обычная игра. Я экран развернул. Да я знаю. Я тут, привет. Ладно, я не предатель. Ты кобыла, идем искать тогда. Так, саботаж. Давай, 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 давай. Побежали, побежали, побежали. Ой, я не туда побежал. Ты дурак? Сорян, я перепутал. Давай, 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 давай. Так, 6, 7. Так, хорошо, выполнили. Что такое? Тихо-тихо, нас закрыли, чувак. Да, я да. Вижу закрытую дверь. Меня закрыли. Где? Я сейчас вместе с красным. Подожди, а тут... А мы с другой стороны были с фиолетовым и черным. Блин, а кто же из них? Кто из них? Получается, если тебя красный не грохнул, оранжевый... А мы еще цвета не поменяли? Да мы уже 500 раз их поменяли. Блин, ты хоть раз видел, что кто-то написал в обсуждении потом, типа... Я сдох! Чего? Меня убил черный в электричестве. Блин, знаешь, я никогда не замечал, чтобы кто-то в обсуждении написал, я увидел в камере. Сколько в те камеры смотришь, все до сраки. Стой, 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 зачем ты сюда? Ааа, дебра! Все, все, все. Есть. Ой. Вот этот, походу, вот этот белый, походу. А мы меняли цвета? Когда я с тех пор, как ты поменял, умер, уже все поменяли цвета. Блин. Мне кажется, вот этот. Вот, не знаю, чуйка у меня. А точно на таком расстоянии вообще можно смотреть в камеры? Вот я тоже удивлен. Мы пока тут что-то чинили, он тут стоял просто. Он заглянул к нам и выбежал и стоял тут. Пусть он дебил. Так, 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 бегом. Не надо за меня звуки издавать, я сам способен. Че вы бегаете все непонятно где? Я, о, проводочки. Раз, проводочек, синий, синий, красный, красный. Смотри, как твой брат побеждает. Опа. Кто? Почему голубой? Они все цвета меняют прямо сейчас, это вообще максимум. Если опять цвета поменяются. Короче, я против белого. Он за мной старанно бегал. Ну, слушай, он старался, значит. Бесит. Это не я. Подозрительно. Один скип, это ты. Я умер.
Я знаю, ты всегда умираешь первый. Даже нет смысла что-то доказывать, проверяться, там, анимации показывать. Это все досрать. Я вот сейчас могу нажать кнопку и просто сказать черный. Вот если он мне не понравится, я могу сейчас... Ой, мне показалось, что-то трупы валяются. Тебе тоже, да? Все в одном месте. Да, это очень странно. Давайте проверим, канает такая фишка или нет. Я проще сейчас нажму кнопку и всех... Ты дебил, выполняй задание. Тихо. Так, кого? Какой цвет выбираем? Желтый. Ты придурок, ну можно же было выполнить задание и выиграть. Какой возле меня бегал? Розовый при мне в люк прыгнул, ёб! Не тупите! Да... 96493. Я спасаю всех в очередной раз. Нет, ты еще не спас. Ну тогда пускай вздыхают. Я вон листочек. Какой-то неправильный, знаешь? Ну блин, ну что они, я буду всех спасать с раку постоянно, не понимаю. Пусть сами за себя думают. Ты же умрешь, ты же проиграешь. Ну так и будет, такая судьба. Так. Проводочки. Раз. Два. Блин, такая долгая игра вообще, да? Да. Капец. Я сейчас за призрака буду тоже свои задания выполнять, чтобы выиграть. Родилась! Это не я нажимал. Давай, нас еще 6 человек, там еще чуть-чуть осталось совсем. Оранжевый. Ты дурак? Мы можем сейчас задание выполнить и выиграть. Ладно, давай, оранжевый мертвый. Красавчик. Оранжевый чик. Мертвый. Ну ладно, голубой. А я зеленый. А, я не зеленый. И ты даже не знаешь, тебя сейчас собираются убивать или нет. Мне кажется, это я. Почему мне так кажется? А ну-ка. Я был розовый? Ты не был предателем. А это был я? Нет, это был не я. Давай быстро выполняй задание, чувак. Подумался, наконец-то. Так это ты сидишь в картонной коробке. Достаем карточку, мое любимое задание. Нет. Самое сложное. Нет. Да я ненавижу его. Мне до сих пор это не получилось. Да ну... Какая стылок? А ну, смотри. Иди в сраку. Есть такой лайфхак. Все, я сделал, уходи. Давай, выполни, там еще понты осталось. У нас тут 3 человека, надо стоять вместе. Где кто? Я выполнил свои задания. Да ладно! Я хоть и сдох! Нифига ты не выполнял! Я только ты просто хочешь сделать вид, что ты кому-то нужен. Ты серьезно? Никто не... Все мы знаем, что победа из-за меня. Вот это ля-ля. Все мы и так знаем, что это не из-за тебя. Что ты села? Я с тобой не разговариваю. Почему? Это победа благодаря нам. Если ты сейчас не развернешься, я тебя двину. А у меня есть выбор теперь. Ну, как бы, на этом наше видео заканчивается. Это самая странная игра. Ты все время предатель, я все время умираю в начале. Это максимально было странно, но и при этом круто. Тебе понравилось играть в Crazy Colors? Нет. Это реально намного труднее, и только избранные могут сыграть в Crazy Colors. Тут же писалось вентилятор, ты как... Я понял. Напишите в комментариях, а вы бы сыграли в Crazy Colors или какой ваш любимый мод. Если это видео наберет 20 тысяч лайков, то мы снимем Among Us в стиле Roblox. Roblox? Да. Всем до скорой встречи, я вас обнял, поцеловал, приподнял, а ты кто? А я странно еще не умер. Всем удачи, всем пока. Пока! Я целую твои губы, мама.